скелет, кстати, идет к нам, так что давай. В мире есть спавнеры, из них активно появляются мобы, но один из таких мы сейчас нарвались. Они какие-то овощи. У меня стамины нет, я не убью. Я блокирую. О, блокирую. А мне по мне это залетают маки сельские. Помазал. Да. Ой, ломай, блядь, надо. Блядь, чем бы ломать? Надо. Древнее семя. Ты дебил? Ну поговори с ними, если хочешь. Сосись? Си? День, дверь сам. Я сам. Лови аптечку. Блять, ты что ебанул? А вот и первый наш плод. Да, с ним будет проблем немало. Денис, да мы чисто идем. Давай плывем. Плывем как говно. Серьезно? А почему нет? Ты что, дурак, что ли? И вот здесь еще раз, и два. Дерево вот здесь. Нет. Дерево. В один момент мы заметили, что пол наш кривой, и было принято решение перестроить, вследствие чего нам пришлось перестраивать почти весь дом. Я забыл, здесь не Майнкрафт, типа здесь сложнее. А зачем ты платформу дома-то? А, ну хотя да. Со временем мы отправились на поиски данжи, в которых хранились ядра, необходимые нам для построения печей. Чтобы плавить. Собирай грибы, а то для плавильни еще собирать там. И еще гриб.
Вот оно. Ядро с Урденга. С Урденга вообще. О, был бы у нас Friendly Fire, но друг друга сейчас вот так подтыкали, а так нет. Хожу. Охрените, прям на мишу прыгаю. Бля, я в тебя попадаю больше. Или в стену. Ну это такой лоховской расстреливает. Где я не буду? Кончено, почему-то не упал. Ты можешь просто к нему подходить, думаю, и все. Застань, убей его, бей, 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 бей. Половину здесь сделать и здесь сделать дырку, чтобы мы смогли сразу проходить к этим